Для перехода в высший дивизион им достаточно ничьей. Но кто же откажется от победы? Игра еще, конечно, не последняя, но в высший дивизион они могут перейти уже в этой. А, с такой защитой мяч до вратаря может и не дойти. Ибрагимович. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Душсантуш Авейру. Мяч будет введен из-за боковой. Просто подарил он мяч сопернику. Наверняка получит нагоняй от тренера за это. Эриксон. И разрезающий пас на корт. Просто великолепное спасение. С такой-то дистанции вытащить такой удар. Великолепная реакция голкипера. Браво! Штанга! Мяч отскакивает в поле. Защита первая на мяче. Вынос. Мяч ушел в аут. Санчес. Все, ушел мяч за пределы поля. Удар от ворот. Очень точно. Можно бить. Удар. И это момент. Гол! Да что ж такое? Ни в коем случае нельзя было пропускать. И вот, пожалуйста, пропустили. И теперь повышение в классе под большим вопросом. Но ничего, времени, чтобы отыграться, еще предостаточно. 1-0 в нашей игре. Вратарь играет, с ударом уверенно справляется. Просто, четко, надежно, как и должен действовать голкипер. Вратарь в игре, выбивает мяч в поле. Хорошо мяч перехватили в атаке. Санчес. Эриксон. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Душсантуш Авейру. И есть поддержка у этой атаки. Прострел. Спасает команду вратарь. Сыграл он действительно здорово. Безупречно. Очень сложно было отразить этот удар. Не удалось ему справиться и с мячом, и с защитником. Будет аут. Эриксон. Мяч перехвачен. Шансов. Нарушение и штрафной удар. Бам. Такие передачи придают атакам остроты. Эх, жаль, хорошая могла бы получиться атака. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. На фланге мяч, есть свободное место перед игроком. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Мяч вперед идет к чужим воротам. Удар! И со второй попытки голкипер спасает свою команду, не дал оформить дубль этому игроку. Похоже, сделал выводы из предыдущего момента.
Хорошо пас, можно обострять. И эта атака завершается свистком арбитра. Слишком поторопился игрок. Офсайд. Браво. Джак. Ибрагимович. Опасно тут может получиться. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Ба. Друзья, вы поворотов забить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Браво. Эриксон. И это должен быть гол! Штанга! Не хватило сантиметра. Душ-Сантуш Авейн. Очень хорошо сыграно соперником. Прессинговали они и забрали мяч себе. Грамотный пас, все по делу. Тем временем соперник перехватывает мяч. Эриксон. Душ-Сантуш Авейн. Соко. Эриксон. Мяч у соперника. Две минуты и прозвучит свисток арбитра. Хорошо, оборона тут играет. От души по мячу он приложился. В офсайде оказался команда. Отличный пас. Бить надо и сравнивать счет. Великолепный гол. Если сегодня будет ничья, это означает очень серьезное укрепление позиций. И повышение в классе станет делом, в общем-то, решенным. Если сегодня будет хотя бы ничья, то оставшиеся игры могут стать просто пустой формальностью. Счет снова равный. 1-1. По разу сумели отличиться команды в первом тайме. Вторая половина матча началась. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. По флангу развивалась атака, но успешно защитник играет. Джак. Еще чуть-чуть, и был бы гол. Браво. Эриксон. Перешел к другой команде. Ну, решай же! Навесить можно же, ну! Казалось, что в этой атаке может что-то получиться, но защита хорошо отработала. Мяч летит в центр штрафной. Лишний повод повторить, вратарская площадка – это дом голкипера. Ушел мяч, аут.
Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Решил пробить. Вратарь в прыжке тащит. Неплохой был пас, но соперник хоть в передачу. Штрафной будет. Стадион недоволен, стадион свистит, гости не торопятся с вводом мяча в игру. И это не нравится болельщикам хозяев. Разумеется, эта ничья устраивает их гораздо меньше, чем гостей. Отсюда и свист. Вратарь выходит и забирает этот мяч. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Нет, не будет углового. Судья на линии показывает, что мяч ушел в аут. Джак. Штрафную подачу. И есть там кому сыграть. Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры исполнено. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Тут просто подарили мяч сопернику. И мяч выбит из штрафной. Джака. Джака. Свисток, штрафной. Хорошая позиция для подачи в чужую штрафную. Через короткий пас разыграли. Свисток арбитра угловой. Болельщики приветствуют этот угловой. Еще бы, давно их команда не имела моментов забить. На дальнюю подача. Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Отличный момент. Как здорово здесь он сыграл. И правильно, долой мяч из штрафной. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. 20 минут до конца основного времени матча. Не смог сохранить мяч в игре в этом эпизоде. Защитник постарался. Свистят болельщики гостей. По их мнению, хозяева тянут время. И мы это с вами хорошо видим. Детская ошибка. Просто подарил он мяч сопернику. Перехват в центральной зоне. Пас на ход, может быть интересно. Не увенчалась успехом эта атака. Хороший пас на ход. Туш Сантуш Авеев. Нет, не дошел этот пас до адреса. Передача голкиперу, медленно развивается атака. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Браво. Санчес. Мяч вперед идет к чужим воротам. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Нужно забивать и выходить вперед. Накрывает этот удар игрок.
Самый простой и надежный способ в такой ситуации — просто-напросто выбить мяч и все. Их ничья абсолютно устраивает. Если бы кто-то до игры предложил им такой исход, думаю, команда согласилась бы без колебаний. Ранняя путевка в дивизион выше. О чем еще можно было мечтать? Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. Хороший вынос мяча из штрафной. Эриксон. Какой удар! Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. 85-я минута матча. Ничья пока. Сейчас наступает решающий отрезок, потому что если одна команда забивает... Какое спасение! Великолепно! Потрясающе! С ближней дистанции пробил соперник и вполне мог снять все вопросы о победителе. Жаль, затянули немного атаку, и все, момент упущен. Можно подать. Отлично! Игрок заблокировал этот удар. Защита первая. Ну, решай же! Спасает вратарь команду. Потрясающая реакция. Удар с такой дистанции мог сейчас решить исход всей игры. Браво, голкипер. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Опасно как! Отличный удар с лета. Он здорово поймал мяч и классно пробил. Чуть не повезло ему в этом моменте. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Почти не ошибается он сегодня в передаче. Очень перспективная атака. И какая важная. Если они забьют, то наверняка победят сегодня. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Пас на ход партнеру. Появляется вратарь. И это гол! Ребята предпочли не откладывать дело в долгий ящик и решить все вопросы уже сегодня. Обеспечить себе путевку в следующий дивизион заранее – это показатель высокого класса. Финальный свисток. Первый итог этого матча – обеспечен выход в 5-й дивизион. Второй итог – можно замахнуться на победу в 6-м, ведь игр еще вполне достаточно. Отрез очень точно. Отличный пас. Бить надо и сравнивать счет. Великолепный гол. Если сегодня будет ничья, это означает очень серьезное укрепление позиций. И повышение в классе станет делом, в общем-то, решенным. Если сегодня будет... Пас на ход партнеру. Появляется вратарь. И это гол! Ребята предпочли не откладывать дело в долгий ящик и решить все вопросы уже сегодня. Обеспечить себе путевку в следующий дивизион заранее – это показатель высокого класса.